И самая модная стрижка – это боб. Она на высоте уже несколько сезонов подряд и не сдает своих позиций. В этом году боб обладает легкой винтажностью и ретро-стилистикой. Идеален боб с удлинением спереди и укороченной длиной сзади. Его легко уложить в стильную прическу. Каре в этом сезоне заиграют на волосах по-новому благодаря волнам, идеально гладкой прическе с эффектом русалки, каре с челками разных вариантов. В этом сезоне будут модны волосы средней длины. Именно стрижка на средние волосы станет наиболее трендовой. Боб и каре могут быть выполнены в универсальной средней длине, ведь на ультракороткие варианты этих стрижек отважится не каждая женщина, но бывают и такие. Среди вариантов замысловатые каре с филировкой и гладкое зачесывание назад, а также асимметричный и идеально ровный боб. Чулки разные и очень короткие, и невероятно с удлиненными косыми прядками. Если хотите выглядеть на все 100, то стрижка с ровным срезом на длинных прядках или на среднем бобе. Модны стрижки с резким перепадом длины. И еще кудряшки в этом сезоне идеальны, повезло у кого свои. Ну и посмотрим в целом на возможные варианты стрижек. Thank you.
креатива. Благодарю всех за внимание. Удачи!